В случае разработки вакцины против нового коронавируса клинические испытания могут занять несколько лет, считают в Институте химической биологии и фундаментальной медицине при Российской академии наук. Заведующая лабораторией института Нина Тикунова в беседе с Atomiken Business отметила, что на данном этапе важно понять, насколько вирус похож на другие коронавирусы. Дальше в разработке вакцины самой технически, если повезет, то это вопрос нескольких недель, нескольких месяцев. Но после этого препарат вакцины должен пройти доклинические и клинические испытания официальные, а это уже несколько лет. То есть вакцина за несколько месяцев разработана будет, а вот одобрена вряд ли.